Итак, здравствуйте. Сент-Лусия. Дата независимости 22 февраля 1979 года от Великобритании. Территория 616 квадратных километров. Население 165 тысяч человек. Валюта – восточно-карибский доллар. Экономика базируется на туризме и офшорах. Туризм и офшоры дают 65% экономики. Также страна занимается сельским хозяйством, это 22% от экономики, бананы, кокосы, манго, какао. Но при этом уровень безработицы в стране 20%. Сент-Лусия – единственная страна в мире, названная в честь женщины. Название она получила в честь того, что Колумб открыл остров 13 декабря 1502 года, в день Святой Люсии. Эта христианская святая и мученица является покровительницей людей, испытывающих проблемы со зрением. Сент-Люсия не имеет регулярной армии. Специальная служба и береговая охрана находятся под командованием королевской полиции Сент-Люсия. Символ страны – попугай синелицый амазон. Национальный символ – страны с 1980 года является попугай, который водится только в этой стране. В настоящий момент он на грани вымирания. На острове есть только одно казино. Есть множество гостиниц, а также объектов развлекательной и рекреационной инфраструктуры. Ведь там есть только одно казино. Это заведение называется Триасури Бай. В стране очень много заповедников. Один из них – птичий заповедник Проса. Более 30 видов птиц обитает в этом заповеднике. Трехкилометровая прогулка по туристическому маршруту открывает разнообразие пейзажей. На пешеходных тропах размещены кормовые станции, привлекающие птичек. Любители шоколада обязательно должны посетить плантацию Рабо. Какао-бобы с этой фермы используют в производстве шоколада известного бренда Hotel Chocolate под руководством опытного шоколатье. Туристы посадят рассаду, узнают, как собирают спелые плоды, обжаривают, а также изготовят собственный шоколад. Базилика непорочного зачатия. С площади Дерека Уолкота открывается вид на главную церковь города Кастри – базилику непорочного зачатия. Каменный фасад ее довольно прост, а внутри на потолке находятся выцветшие, но красивые фрески. Стены украшены яркими панелями. Большинство жителей активно посещают церковь по воскресеньям. У туристов церковь пользуется малой популярностью, поэтому тут всегда их мало. Спасибо за просмотр. Пока-пока.